Ничего себе. Водичка вообще прозрачная, прозрачная. Сколько там метров, я камешки все вижу даже там. А вон там, если видно, пещера этих летучих мышей. Вон.
байке. Алена говорит, что-то есть хочется, давай заедем перекусим, давай. Мы только вот зашли в это заведение. И как ливанул дождь, такой грохот стоял. Я даже видео заснять не мог, потому что по этой крыше такой грохот стоял, мы даже орать не могли. Лёд! Лёд! Настолько ливень было. Вот сейчас только что притих, слава богу. Кафешка, кстати, эконом-класса. Все очень простенько, но вид неплохой. Севью. Очень даже ничего. Ценники. Приятные ценники. Кстати. Курица 20. 80 рублей. Да, фиш, рыба 20. Райс 5. То есть 25, в принципе, чуть-чуть выше по Бали. Ну, в общем-то, в принципе, нормально. 25 куриц. Курица с рисом, либо рыба с рисом, да? И мы заказали еще микс вегетабл. Вегетабл называется. Да. Вегетарианский. Вегетарианские 20 на двоих. Посмотрим, что здесь нам принесут сейчас. А, кстати, тут прикольный вид такой. Сейчас покажу. Балкончик такой классный. Может здесь, кстати, столики поставить, да? Вот, и розы растут. Помидоров здесь очень много помидоров. Баклажаны, помидоры, капуста. Чего-то такого здесь нет. Перец красный, сладкого перца. О, они его с каждый день они его собирают. Хороший вид. Вон наш Батур, где мы сегодня были. Мы, кстати, сегодня успели до дождя, до всего. Еще все видно было неплохо. Вот. Или нет? Вот Батур. Вот это вот Батур. Мы сегодня тоже туда добирались наверх. Успели спуститься, не попали под дождик. В общем, все супер. Так, нам принесли нашу рыбу. Сейчас. Рис. Мы заказали две рыбки. А, это суп. Тоже ничего. Это суп оказывается. Но выглядит неплохо для супа местного. Расскажи, пожалуйста, как тебе рыбка? Очень вкусная. Горячая. Свежая. Ням-ням? Ням-ням. Можно мням-ням? Да, садись. Отлично. Пожалуйста. Сейчас я буду мням-ням. Зашли покушать в кафе. Нормальненько так, да? Байк, смотри, короче, у нас. Утопило. Ладно.